Дизайн субботник, фестиваль Life, Season of Life. Вот что это такое, мы знаем, что это абсолютно новый формат городского отдыха. Мы более подробно будем общаться об этом вместе с нашими гостями, которые уже в студии. И на этом фестивале будет выступать классная команда, которая также за моей спиной. И прямо сейчас она сыграет для вас. Итак, вокально-инструментальный ансамбль Fiesta Life. Поехали. You want me to be feeling so fatless, lost under the surface. Don't know what you expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to go. Спасибо нашему живому телезрителю, который аплодирует. И отдельно, ребят, спасибо за Линкин Парк с утра пораньше. Ой, Антона, да. Порадовали. Напомним, что с нами сегодня группа Fiesta Life. И рядом с нами сейчас Андрей Колесников, организатор дизайн субботника. Здравствуйте. Андрей, почему субботник дизайн? Потому что немного предыстории. Там надо будет убираться? Нет. Там нужно будет, наверное, убираться внутри и очищать себя. Вот, потому что у нас год экологии, все согласны. Мы немного смотрели на другие фестивали, смотрели на то, что происходит по стране, и нас привлек именно журнал Seasons. Это журнал о жизни, об досуге, об отдыхе, о чем-то таком очень хорошем, насыщенном. И мы подумали, что было бы неплохо с ними подружиться. Мы съездили к ним, познакомились, и оказывается, они проводят очень хорошие фестивали 4 раза в год. И один из них — это как раз дизайн-субботник. Он проводится где-то весной, ну и у нас тоже весной. Вот, и он направлен как раз на семью. Всегда погода, как сегодня весной. Да, было бы здорово. Вот, он направлен на семью, на именно на ценности семьи, на развлечения и, конечно же, на дизайн. И субботник от этого — это пересадка растений, это все связанное с зеленью, с уходом и вот прочим. То есть это ландшафтный дизайн. Верно. У нас будет очень много локаций. Есть примерно 2 локации. Одна из них — большая озеленение для абсолютно всех, и другая находится в детской зоне. И как раз абсолютно все гости нашего фестиваля могут прийти, надеть перчатки и попробовать, как это вообще происходит. Малыши с юных лет смогут подготовиться к сельскохозяйственному труду. Да, мы тоже этих воспитываем. Поступлению в аграрку. Да нет, к дачам, на дома. Такие помощники везде абсолютно нужны. Нам можно будет научиться делать альпийскую горку?
Не знаю, к сожалению, но можно будет все растения забрать домой. А, все, что мы высадим, все, что посадим. Что это будут за растения? Это будут продукции, конечно же. Угу. Вот, мы подготовили ростки подсолнухов, редиса, насколько я помню, капусты. Все это можно будет высадить и забрать к себе домой. Угу. И что-то даже оставить в парке на Каменке. У нас будет 2 больших огорода. Угу. Мы планируем все-таки засадить их, оставить на все лето. И в конце августа все-таки посмотреть, смогут они дожить или нет. Угу. Ну, слушайте, ну нужен же уход. Будет кто-то в течение лета поливать? Да. Полоть. У нас есть 2 вида помощников. Это, во-первых, мы сами, а во-вторых, есть трудовые отряды старшеклассников, ну и наша личная помощь. Угу. Вот, поэтому в этом плане у нас уже наработаны отношения. Помимо экологичных площадок что-то еще будет? Вот. Да, есть большое количество локаций, которые именно для всех гостей. Это ресторанная зона, ясно дело, это хедмейт направление, это огромная детская зона. Угу. То есть если мы берем сравнение обычной зоны, то детская, она больше раза в 3 обычной. Потому что фестиваль семейный и... эту категорию необходимо точно занять. Поэтому это конкурсы, это викторины, это детская экошкола, вот как раз, где дети смогут не только посадить, но и узнать, mm-hmm. как ухаживать за растениями, почему это необходимо делать, почему это полезно и так далее. Мы все эти темы затрагиваем. Mm-hmm. Вот. И все, что только можно. Ну вот, и отдельная, конечно, часть, это вот концертная программа, которую мы тоже очень усиленно готовим. Сколько будет групп вообще выступать? Около 9 или 10. Фестиваль идет 2 дня. 3 и 4 июня. Целых 2 дня? Да. Каждый день идет с 12 и до 21 часа. Ясно дело, что хедлайнеры, основная группа, они у нас остаются наконец-то где-то с 6 до 9. Но вся остальная программа, это диджеи, это красноярские группы, это новосибирские, екатеринбургские, они к нам приезжают в гости. А можно поподробнее еще раз тогда в двух словах про даты и время? 3-4 июня, с 12 до 21 часа, парк на Каменке, Павлова, 21. Всегда завидовал тем, кто там живет. Вот, ну, да. До появления Каменки не завидовал, а после начал завидовать. Я в этом году впервые там оказался, вот на 2 мероприятия съездил, до этого, к сожалению, пропускал и понял, что зря. Там действительно очень круто. Это неудивительно, то, что некоторые местные жители до сих пор не знают о том, что Каменка существует, но на самом деле там люди из центра, либо еще там... Атмосфера шикарная. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто работает над наполнением этого пространства. Вы большие тоже молодцы. А можно будет поросят покормить? Поросят не знаю, к сожалению, но на себя точно. Недоработочка, вот на следующий год обязательно. Кормить поросят. Будем стараться. Так классно, Антон, ты кормил уже поросят? Я регулярно этим занимаюсь. Это такое выражение лица, что ты утром этим занимался. И, наверное, тоже отдельное слово. Фестиваль платный. Вот, вход на него стоит 150 рублей по предпродаже, 200 рублей будет на месте. Но основная подача в том, что человек, заплатив, внутри все абсолютно получает бесплатно. Ну, кроме еды и какой-то сувенирки. Uh-huh. Поэтому все мастер-классы, все лекции, все лектории, выступления театров, группы, на все можно подходить, участвовать и не думать о том, что за что-то нужно платить. А можно будет, вот когда большие двухдневные фестивали, например, палатку поставить где-нибудь в уголочке, чтобы переночевать там? Если не заметят охранники, то, конечно. Ну все, окей. А, охранники, Антон, вот такой заметят. Вот лайфхак от организаторов. Если не заметят охранники, но лучше, конечно же, приезжать, уезжать, а потом возвращаться. 3 и 4 июня. Уже эти выходные. Парк на Каменке. Приезжайте. Андрей Колесников, организатор «Дизайн субботника» и группа «Fiesta Live», которые будут радовать вас в эти выходные прекрасной музыкой там же, будут вас ждать. Да, все верно. Ну, а новое утро вместе с вами уже ждать его не надо. Оно продолжается.